Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Сегодня мы продолжаем работать над топом в стиле пэтчворк. И хочу вам показать, что у меня уже получилось. Я самостоятельно уже обвязала низ изделия. Сделала так, чтобы слегка внизу расширялась. Вот такой вот красивый узор. Что я делала далее? Далее я решила сначала попробовать на бретелечках и связала вот такую бретельку. Вот так вот я ее сделала. Тут чуть-чуть сохраняла рисунок и вот эту центральную петельку. Я еще не мерила, свяжу вторую, потом буду мерить, сколько мне надо, и потом буду иголочкой сшивать. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, я распускаю вот это, что я связала, до того момента, чтобы у меня было 11 петель. Да, вот. И сейчас вот, когда мы распустили, тут хорошо видно, что у нас тут не хватает треугольничка. И мы его будем вывязывать укороченными рядами. Вот, видите, когда распускается, вот, не хватает треугольничка. Вот здесь я его вывязывала укороченными рядами. Иначе тогда оно выворачивается и некрасивая форма получится. Тут будут волны. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Так, в этом первом ряду вот эту центральную петельку я провязываю и провязываю еще следующую. Поворачиваю вязание. Вот ниточка у меня вот здесь впереди, и я переснимаю последнюю петельку на правую спицу и вот так вот подтягиваю, провязываю опять центральную петелечку и рядом стоящую, опять поворачиваю вязание, ниточка вот впереди, переснимаю петельку на правую спицу и вот так подтягиваю. Далее у нас изнаночный. Теперь в изнаночном я вот эту центральную петельку не провязываю, чтобы уже дальше у нас шло по рисунку. Следующую вот эту двойную я ее провязываю как обычно. И следующую провязываю. То есть добавляем по одной петельке. Поворачиваем вязание, нить вот здесь, впереди, над спицей. И переснимаем петельку и вот так подтягиваем. Вяжем до следующей нашей двойной петелечки, провязываю ее и еще одну, поворачиваю вязание, переснимаю петельку на правую спицу и вот так подтягиваю, чтобы у нас стала двойной. Провязываю вот эту центральную, переснимаю. Опять двойная петелька, провязываю и следующую. Поворачиваю вязание, переснимаю провязанную последнюю петельку и подтягиваю, чтобы она стала двойной. И таким образом вяжу до конца, пока все петельки у меня не побывают двойными. Опять поворачиваем. Переснимаем провязанную и подтягиваем. Центральную петельку переснимаем. Вот это наша двойная. И следующую петельку провязываем. Поворачиваем. Провязанную переснимаем на правую спицу, подтягиваем. Вяжем лицевой ряд. Вот это наша двойная петелька.
И вот это уже будет последнее. Поворачиваем. Переснимаем, подтягиваем и вяжем уже последний изнаночный ряд. Центральную петельку вот она переснимаем. Наша двойная петелька и кромочные, как обычно. Все, посмотрите, что у нас получилось. Вот, мы довязали вот этот треугольничек, который нам был необходим для того, чтобы у нас было ровненькое полотно. И дальше мы будем вязать уже бретельку на вот этих 11 петлях. Я нашла у себя вот моточек, который мне подойдет. Сюда по цвету присоединю петельку и буду вязать. Здесь я делала изнаночные петельки. Точно так же, как вот я тут, изнаночные дорожки. То есть по рисунку 9 рядов провязывала и в 10-м в изнаночном ряду провязывала лицевыми петлями. И вторую дорожку точно так же выделяла вот эту центральную петельку. Ну, сейчас я присоединю ниточку. Кромочную мы снимаем и дальше провязываем. В лицевом ряду все петельки лицевые. В изнаночном мы не забываем центральную петельку не провязывать. Вот она у нас. Мы ее просто переснимаем. Тут надо подтягивать. Сейчас я подтяну эти ниточки. Вот потом я их свяжу. Провязываем еще ряд лицевой. В лицевом ряду провязываем все петельки лицевыми петлями. И сейчас вот мы будем делать изнаночные дорожки. Я их делала, ну и чтобы рисунок у нас продолжался, и чтобы не закручивались сильно наши тесемки, бретелечки. Так, 5, 6 мы не провязываем. Здесь у нас тоже идет лицевые петельки все. И сейчас в следующем изнаночном ряду мы тоже провязываем все петельки лицевыми. На этом узор наш закончится. И будем вязать 9 рядов. И в 10-м опять будем делать изнаночные дорожки. Следующий ряд опять лицевой. И далее в лицевом ряду лицевые петли вяжем, в изнаночном вяжем изнаночные. Дальше уже вяжем самостоятельно. Вот так вот у нас получается. В принципе, рисунок продолжается. И вот эту бретельку нам тоже нужно будет распустить. И вот этой оставшейся ниточкой выровнять, довязать треугольничек. Вот как я сделала на вот этой бретельке. Точно так же, как я вам показывала вот здесь. Вот этот треугольничек я довязала укороченными рядами. И потом,
чтобы ровненько по ровному полотну можно было вшить иголочку. Я уже довязала полностью бретельку, вот сшила ее иголочкой. Сейчас покажу вам на второй бретельке, как я это делала. Вот здесь я тоже довязала бретелечку, одела на спицу с этой стороны, с этой стороны, и сейчас будем с вами вместе шить. Вот таким вот образом я, ну, такую недлинную ниточку взяла. Первую мы просто продеваем, ну, как закрепляем, скажем, ниточку. Сейчас я ближе чуть-чуть сделаю. Теперь в эту же петелечку вот так ниточку захватываем и в соседнюю. Теперь опять в эту же петельку и в соседнюю, только уже, чтобы у нас петельки не были перевернутыми. Подтягиваем. Внимательно смотрим, куда смотрит у вас петелька, чтобы они не были перекручены. Тут у меня сползло. Ту петельку, в которую мы уже два раза вдевали иголочку, мы ее снимаем со спицы, чтобы не запутаться. То есть в каждую петельку мы должны два раза ввести иголочку. Так, чуть-чуть надо подтянуть. Вот, видите, уже у нас вырисовывается елечки. Я вяжу классическими петлями, поэтому если вы вяжете бабушкиными, то вам, наверное, надо будет немножко по-другому поворачивать петельки. Вынула спицы, они мне все время выскальзывают. Покажу вам вот так. Так, наверное, мне кажется, больше понятно, как заходит иголочка. То есть в эту петельку зашла. Вот видите, теперь в эту. Подтягиваем. Теперь опять вверху и в соседнюю. Петельки все время смотрят на нас ровненько. Опять вот в эту. Смотрите, чтобы они не были перекрещены. Увидите, перекрестилась. Вот таким образом. Видно вам?
Вот и все. Сейчас еще разочек сюда, вот в эту петельку. Вот у нас получилась такая вот бретелька. Вот здесь у нас шов, которого абсолютно не видно, видите? Вот так вот у нас получилось. Так что сшиваем бретелечки, сейчас покажу, что вышло. Получилась вот такая вот пока что маечка на бретелечках. Вот. Померяю так, посмотрю. Может и так оставлю, если нет. То может быть еще рукавчики вывяжу. Покажу вам, какую вот я сделала обвязку на пройме. Вот так вот она выглядит. По-моему, это называется тамбурный шов. Не могла ничего подобрать. Простая обвязка крючком делала волны на полотне. А вот это мне очень нравится. Вот так подбирала цвета, чтобы на зеленом было зеленое, на коричневом коричневое. Вот. Мне очень нравится. И сейчас вам покажу. На втором я не доделала. Покажу вам, как я делаю. Вот, просто крючком зацепляюсь за кромочные петельки. Вот наши кромочные, вот они. Вот они. И вот сюда за кромочные. Таким образом, я даже немножко подтягиваю, чтобы не сильно была волнистая и широкая пройма. Вот таким образом. Продеваю крючок, захватываю ниточку, как цепочку. Крючком, кстати, я вяжу номер 3,5, потому что меньше пробовала, стягивает сильно. То есть вы, если будете вязать, попробуйте несколько крючков. И вот, вот так вот получается вот такая вот просто косичка. И здесь косичка. И мне очень нравится. Получается красиво и аккуратно. Вот. Ну, покажу вам. В принципе, думаю, что все поняли. Единственный минус такой вот обвязочки, что некуда прятать ниточки. Вот здесь вот у меня попадаются ниточки. Вот, видите, и надо будет как-то уже их прятать. Ну, в общем, видите, как получается. Вот так, то есть, ну, немножко подтягивает, и получается очень аккуратно. Вот, сейчас немножко дальше. Вот, видите, смотрите, просто шикарно. И я уже сделала горловинку. Вот такая у меня получилась. Не вязала я в кадр. Объясню почему. Потому что ничего здесь сложного нет. Но все-таки, если кому-то что-то непонятно, у меня есть очень подробное видео на канале Полувер Амбре Батик. Там я вязала точно такую же горловинку и все показывала. А тут я просто вам расскажу. Я за кромочные петельки вытягивала спицами номер 3 по одной петельке. За кромочные в первом ряду. Во втором ряду я 2 петельки провязывала, делала накид. Почему я так делала? Потому что я, когда начала сразу брать кромочную, кромочную, межкромочную, у меня здесь с изнанки было очень некрасиво. Просто все как-то, ну, мне не понравилось. Тут у меня, видите, получается аккуратная косичка. Поэтому я вот так вот делала. Просто подняла за каждую кромочную. Потом понятно, всем известно, что если просто за кромочную поднять, то будет сильно стянута горловинка. Поэтому во втором ряду, когда я провязывала уже изнаночными, то есть первый ряд я набрала петли как лицевой ряд, но во втором ряду я 2 петельки провязывала
третью накидывала. Вот. И третью я делала просто накид. Провязала. И уже дальше я вязала без всяких накидов, без ничего. Здесь по центру вот у меня идет как продолжение косички. Я провязывала точно так же, как здесь, так и тут по 3 вместе. Независимо, тут я вязала резиночкой, резинка 1 на 1. Независимо от того, лицевые у меня тут по бокам, изнаночные, я все равно провязывала по 3 петельки вместе. И точно так же у меня идет по спинке. Точно так же, видите, продолжение идет косички. Обязательно нужно считать петельки, чтобы у вас вот эта центральная сомкнулась. И все, вот я провязала первые 2 ряда спицами номер 3, так же, как и все полотно. Затем я взяла спицы номер 2,5, провязала еще 3 ряда спицами 2,5. Затем я взяла спицы номер 2 и провязала еще 3 ряда спицами номер 2, даже 2 ряда. И 2 ряда я вязала полой резинки, то есть лицевую провязываю, изнаночную снимаю нить перед работой. А следующий ряд наоборот, изнаночную провязываю, а лицевую снимаю, но нить уже за работой. И затем закрыла иголочкой. Закрывала я иголкой очень туго, потому что начала закрывать свободно, у меня тут пошли волны, мне не понравилось. Поэтому у меня очень тугое закрытие, но если надо, оно потянется. То есть вот так вот оно выглядит, видите? Вот так вот оно тут хорошо тянется, а тут оно сдерживает и, в принципе, хлопок довольно неплохо держит резинку. Мне очень нравится. Вот так вот у меня получилось. Одинаковый вырез, что впереди, что сзади. Так что вы смотрите, как вы... Можно сделать резиночку поуже. В принципе, можно было ее сделать и поуже. И вот такая вот у меня получилась самая обычная простая пройма. Мне очень нравится. Вот так вот она выглядит. Ну, чуть-чуть еще закручивается край, но я думаю, после стирки все будет хорошо. Что вам еще хочу сказать, что пришлось мне все-таки переделать этот топ. Я его когда померила, оказалось, что он на меня очень сильно оверсайз. Что-то я не прогадала, вернее, со своими размерчиками. И здесь у меня очень получилась глубокая пройма, вот здесь вот. И тут у меня вот прям лишнее, прям хочется вот так вот его взять и убрать. И поэтому вот эти боковые вставочки, которые я делала, я их все распустила. Соответственно, мне пришлось распустить всю окантовку по низу. И распустила всю эту боковую вставочку. И просто сшила 2 половинки. Точно так же я сделала и с этой стороны. Вот, видите? Поэтому, кто еще не начал вязать вместе со мной, если у вас такие же параметры, как и у меня... У меня грудь где-то 85 сантиметров, талия где-то около 70 и бедра 96-95. Вполне достаточно вот этих вот квадратов, вот этих двух. Тут получается 44 сантиметра, то есть получается 88 сантиметров, этого вполне достаточно. Он еще к тому же очень хорошо тянется, он не обтягивает ни бедра, ничего. Я потом вам вставлю фотографию на себе, чтобы вы посмотрели. Ну, либо если мне не получится, то я в Инстаграм выложу фотографию. Соответственно, из-за того, что мне пришлось выпарывать вот эту вставочку, пришлось распустить полностью весь низ. И я уже его обвязала, он у меня уже не такой волнистый, немножко я... Сделала поменьше, чтобы он у меня был такой поровнее. И я вам хочу показать, как я делала окантовку внизу. Мне очень нравится такой вот вариант. Вот так вот она выглядит. Тут ничего сложного. Первый ряд я вязала столбики без накида. Второй ряд столбик с накидом, воздушная петля. И пропускала одну петелечку. Вот такая сеточка. Третий ряд у меня опять столбики без накида. И в четвертом ряду я провязывала 1 воздушная петля, 1 соединительная, воздушная, соединительная. Сейчас я вам покажу, как я это делала.
Вот я набрала уже здесь, вернее, провязала столбики без накида. Ну, давайте я уже покажу весь узор тогда. 3 воздушные петли, одну мы пропускаем в следующую, столбик с одним накидом. Воздушная петелька, одну пропускаем, столбик с накидом. Опять воздушная петля, одну пропускаем и столбик с накидом. Это получается второй ряд. Ну, правда, я не переворачивала. У меня вязание было по кругу. Потом я опять обвязала столбиками без накида. Третий ряд. Вот таким образом. И четвертый ряд я не буду поворачиваться, потому что иначе нарушится узор. Я вам так покажу. Четвертый ряд вяжется вот таким вот образом. У нас вот идут петельки. Мы должны захватиться за дальнюю дужку петельки. Провязываем столбик без накида, то есть воздушную петлю, вернее. Провязываем воздушную петлю. В следующую соединительный столбик, опять воздушную петлю, соединительный столбик, воздушную петлю, соединительный столбик, воздушную петлю, соединительный столбик, воздушную петлю, соединительный столбик, воздушную петлю. И вот так вот у нас получается. Вот такой вот узорчик. Вот такая у нас обвязочка. То есть ничего сложного. Видите? За счет того, что крючок у меня 3,5. А здесь я обвязывала двойкой. Разница, видите, какая? Вот так вот получается. И из-за того, что мы не захватываем за две дужки, вот из этой дужки получается вот такая вот полосочка красивая. Вот она здесь тоже видна. Вот она. Вот так вот получилось. Тот, кто не вязал еще, но хочет связать себе такой топ, у него такие параметры, как у меня, то вы можете не вязать вот эти боковые треугольники, потому что, видите, тут шов, а в принципе это идут как квадраты. Можно вязать вообще цельное полотно по диагонали. Начинайте, допустим, с треугольника. Вот, вывязали треугольник. Продолжайте вязать еще 4 квадрата. 1, 2, 3 и 4. Обрываете ниточку. Затем вяжете снова треугольник и потом присоединяетесь к вот этому треугольнику, который уже был связан, к этой вот ленте, и вяжете опять 4 квадрата. И так далее по кругу, всего у вас будет 4 ленты, всего 4 обрыва нити, и такая вот у вас получится майка по кругу, скажем так. Затем просто бретелечки можно будет привязать и сделать обвязочку. И на этом все. И не надо будет делать дополнительные швы. Но хотя с другой стороны, мне кажется, что вот эти швы, они все-таки стабилизируют. Видите, не так тянется. Вот если мы возьмем вот здесь, оно, видите, как тянется. Все-таки на шве оно не так тянется. Поэтому, возможно, если вязать вот так по диагонали, может перекоситься полотно. Не знаю, это надо пробовать. А так, в принципе, топом я очень довольна. Расцветка мне очень нравится. И нравится мне, как у меня получилась обвязка горловинки, обвязка проймы. Мне кажется, очень аккуратно, красиво. Так что
Если кому топ понравился, присоединяйтесь, вяжите вместе со мной. Ушло на этот топ у меня 230 грамм, еще 70 грамм осталось. Можно добавить еще какую-то пряжу, например, найти к ней компаньона. У меня, я вам уже показывала, есть коричневая ниточка, есть желтая ниточка. Можно, в принципе, еще связать детский топ для девочки. Либо можно использовать, купить еще пряжу однотонную и связать что-то типа чайки, сделать кокетку такую вот с полосками, а дальше вывязать ровно, тоже, мне кажется, будет очень красиво. Так что тут главное подключить нашу фантазию. Возможно, я что-нибудь придумаю и тоже сниму видео, потому что лежит у меня вот этот моточек. Что с ним делать, неизвестно. Я не очень люблю, когда у меня вот так вот остаточки лежат, а такая пряжа, что ни на шапочку, ни на что ее уже не пустишь. Слишком уж пестрая, только для летних изделий годится. Так что, кому понравился топ, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, отвечу вам на вопросы, если у вас какие-то будут вопросы. На этом все, всем пока, до новых встреч. В Instagram смотрите мои фотографии, внизу под видео будут ссылочки. Еще, кстати, есть у меня целый плейлист по вязанию квадратов, треугольников, соединения мотивов. Тоже я вам под видео вставлю ссылочку. На этом все. Всем пока!